В Тверской области стартует месячник по безопасности дорожного движения. Продлится он с 28 августа по 30 сентября. В регионе будут проводиться профилактические мероприятия. План обсудил Кабинет министров под руководством губернатора накануне. Месячник по безопасности дорожного движения – это традиционное мероприятие в период, когда заканчиваются школьные каникулы и начинается новый учебный год. Поэтому к этой теме в преддверии 1 сентября повышенное внимание. Вопрос готовности дорожной сети, которая находится и на протяжении автобусных маршрутов по подвозу наших учеников, и по организации безопасности дорожного движения рядом с учебными образовательными учреждениями. Наверное, это такие ключевые вопросы, и достаточно высоко, считаем, можно оценить подготовку. До 31 августа вся необходимая разметка и знаки должны быть обновлены. Работы на 534 объектах уже выполнены, на остальных завершается на этой неделе. В 2019 году в Тверской области началась и ведется работа по оснащению пешеходных переходов дополнительными техническими средствами, светофорными объектами, перильными ограждениями, искусственными неровностями и знаками «Дети». Вот, например, как здесь. На эти цели было выделено 105 миллионов рублей. Из них 84 миллиона средства областного бюджета, 21 миллион софинансирования со стороны муниципальных образований. В месячник по безопасности дорожного движения особое внимание будет уделено первоклассникам. 2 сентября на торжественных линейках и классных часах всем ученикам первых классов будут вручены светоотражающие элементы. Во всех образовательных учреждениях к началу нового учебного года разместят обновленные схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом, школа, дом». В течение сентября в школах региона пройдут акции «Письмо водителю», «Шагающий автобус», «Водитель, осторожно, пешеход». Тематические уроки, занятия, на которых на практике будут отработаны правила посадки в автобус и выхода из него. Поведение в общественном транспорте вблизи проезжей части. 20 сентября состоится региональный этап всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».